Снова всем привет на канале Метеор. Ребята, я предлагаю сыграть сегодня в игру. Вы не против? Да. Игра под названием «Мухи в мусорном баке». В этом мусорном баке, то есть в этой игре есть мусорный бак желтого цвета, в нем живут мухи, и также в нем находится мусор. Сейчас мы разберемся, что здесь за правило и как же в нее все-таки надо играть. Распаковывай. Итак, вот он наш желтый мусорник, вот так он выглядит. Крышка у него здесь открывается. О, давайте мы дадим какое-нибудь имя, вы не хотите что-нибудь придумать? Боб, да, Боб. Боб? Мусорник Боб. Привет, мусорник Боб, всем привет. О, Боб, что у тебя там? А здесь у него три разного вида мусор. Плюс кубик разноцветный, мы будем его по очереди бросать, и мухи. Вот они, мухи. Мухи черного цвета и мухи синего цвета. Мухи синего цвета дают нам 3 очка. А мухи черного это 1 очко. То есть, у кого больше мух выскочило, будем считать пункты, очки, да? Кто больше набрал, тот и проиграл. И мусор. Мусор. То есть, всякие баночки, какие-то упаковочки. В общем, такая вот история. Оп, муха одна выскочила. Назад. Ну вот, будем пробовать играть. Давай. Попробуем пока потренироваться без кубика. Кубик я уберу в сторону. Мусор я достал. Мусор лежит здесь. Потренируемся позабрасывать мусор сначала, да? Давай. Кто забросит мусор и у кого выпадет меньше всех мух, оттуда вылетит. Ну что ж, давайте я попробую первый, может быть. Ну, да. Я его включу. Вот он гремит. Выбираю мусор. Открываю. Бросаю! Сколько у меня выскочило? 3. 1, 2, 3, 4 черных и 2 синих. 9. Вот так вот. У тебя 9. Столько мух. Это означает, что у меня 10 пунктов. 3, 3, 6 и 10, 4. 6. Да. Ну что, кто следующий? Я. Давай, Артемка. Я его включаю. Выбираю мусор себе. Ох, они там хотят вылететь, жужжат. О, не одной! Класс, давай, Тимурка, ты. Открывай и бросай один быстренько. Быстренько! О, тоже не одной! Ничего себе! Ну-ка, Боб, иди сюда. Опять! Смотри, сколько! Еще одна торчит. Считается? Ладно. Да, и вот черный. Будем считать тех, кто застрял? Или не будем считать? Будем считать? Да. Ну ладно, хорошо. Посчитаем, сколько здесь. Итак, у меня 15 получилось. Плюс первых 10, итого 25. Да, ребятки, ничего себе бы папу как с этими мухами надурили. Так, пробуем еще раз. Ну что ж, выходим на второй круг. Артемка, включай. Боба. Боб. Держись. Давай. А, одна. Давай, Тимурке. Ты там бросает. У тебя одна. Ну, бросай. Давай еще раз. Давай еще раз. Давай, раз, два, три. Бросай. Тимур. Не бойся! Есть! Выключай, Артём. Ну, Поп, сколько мух ты нам для Тимурки выдал? У Артёма одна была, да? Одна да. Твоя. Давай посчитаем, что у вас получилось. 4, 5, 6, 7, 8. У тебя получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 черных и 1 синяя. Итого у тебя 10 пунктов. 10. У папы 25. У Артема один. Артем, поздравляю тебя. Спасибо. По заброске мусоров ты у нас оказался лидером. А я второй, а ты третий. Теперь мы будем играть по-другому. Теперь по-настоящему будем бросать кубик, и нам нужно будет доставать мусор оттуда, того цвета, какой у вас попадется. Готовы? Да. Будем пробовать. Что, ребята, давайте забросим-ка нашему Бобу мусор. Давай. Вообще у нас в Германии мусор нужно сортировать, но здесь можно все в кучу. Боб,
Боб потерпит, правда? Да. Все там? Да. Кубик у нас? Кубик у нас. Итак, ну, начинает. Давайте, значит, я попробую. Мне везет меньше всех пока. Итак, Боб, не подведи папу Сашу. Итак, мы бросаем. О, выпал сектор разного цвета. Значит, я могу достать любую оттуда. Просто какую захочу. Включай. Боб. Есть! Желтая! Ха-ха! Бросай! Тоже! Тоже, любую! О, сколько мух, Артём! Видимо-невидимо! Ну что, Артём, у тебя получилось? 31, по-моему, да? Да. 16 черных и 5 синих. 5 на 3, 15. И 16, 31. Да. 31. Да, Артёмка. Ну что, Тимур, ты готов? Да. Ха-ха, попробуем. Бросай, Тимурочка, кубик. Уэй, переход хода. Всё, 5? Это, да, это получается переход хода в другую сторону. Да. Тимура. Опять всех цветов. Выбирай. Ну что это такое? Классно. Давай, собирай. Мне кажется, все мухи вылетели. Все, я. Тебе повезло. Да. Так, посчитали мы мухи Артемкины. Получилось 21 плюс 31 было, 52 пункта у тебя. Ну да, ты переплюнул уже всех, даже меня в первом раунде. Так, теперь получается, что у нас? Тимура. Нас идет вообще в другую сторону. Я теперь буду опять? Да. Или Тимур? Нет. Я? Давай я. Хорошо. Так, Боб, не подведи меня еще раз. Крутим шарик, вращаем его, встряхиваем, бросаем. О, крестик, это значит, что я пропускаю ход? Да. Да, Тимурка, все-таки это твоя очередь, бросай. Артем, это сегодня не твой день. Ну что, бросай. Бросай, Артемка, может повезет? Встряхни его хорошенько. Желтый! Тебе нужно не просто выбрать что-то оттуда, а именно желтый. Так, готовься? Я включаю Боба. 3, 2, 1. Так, подожди. Так, включай сам лучше. Давай, желтый. Сколько? Считаем. Вот, одна муха была под Бобом спряталась. Нету больше. А нет, у нас ошибочка вышла, Артём. У Тимура же выпало переход хода. Значит, должно было в обратную сторону идти, ко мне. Артёмка, это значит, мы тебе не будем засчитывать твоих неизвестно сколько пунктов. Повезло тебе. Хорошо, значит, моя очередь еще раз. Давай. Ладно, я встряхиваю опять кубик. Желтый. Как у меня. Как у тебя. Ну, Артёмка, включай. Так, где там вообще желтый, я не вижу. Сколько? Сколько? Это точек так же, как у меня. Ну нет, давай посчитаем. Собирай всех. Кучу. Даже больше. О, ну что, Артемка, я, похоже, тебя догоняю. 12. Итак, у нас получилось 28. 15 синие и черные. Да. 15. Да, правильно, 28 получилось. Но все равно мне наполовину меньше, чем у тебя. И кстати, Артём, сейчас опять твой ход. Потому что у нас идет в другую сторону. Из-за Тимурочки, да? Вот Тимур тебя сегодня прокатывает. Ладно, готовим. Держи, Боба. Бери кубик. Привет, Боб.
Ну, Артемка, поехали. Крестик! Пропускаешь ход? Да, Тимурка, готовься. Красный! Включено. Посмотри еще раз, где красный сверху. Посмотри, приготовься. А где все мусоры? Наверху, внутри, внутри. Доставай красный. Оу, супер, ни одной не выпало. Класс. Выключай его. Тимурочка, смотри, ни одной у тебя не выпало. Ну что тебе так везет сегодня? Вот ты молодец. Ну ладненько, мы будем продолжать играть, а нашим зрителям мы скажем пока. Подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, поставьте пальчики вверх. Нам будет приятно. Ждем вас в гости. И всем пока!